Hello, friend! Сегодня это привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. И сегодня мы будем открывать плавающий пластилин, из него лепить и демонстрировать. Поехали! Такая вот черепашка здесь. Как вы думаете, кого я сегодня лепить буду? Напишите свои варианты в комментариях. Забудьте поставить на паузу. Я возьму. Мне для этого понадобится голубой. Ну, белый понадобится. Черный. И все, походу. Из голубого мы будем делать посмотрим. Он такой приятный. Ну что, догадались? Я вам скажу. Я буду делать Рикита. Напишите в комментариях, попадался какие-то или нет. Вот что я сегодня расскажу. Так, вот это. Немножечко жестко, так приятно. Этот пластилин мы покупали в фикс-прайсе. И давайте попробуем делать пластилин. Я это надо зачем не делать. Я начну делать по глазам. Сегодня 18 марта, сегодня будет выбор президента. Вы не забыли? Проголосовали? Так, у нас пока... Так, немного перепутали. Так. Поднимем вопросы, поднимем блок, что у нас тут. Госкрана я тоже говорю, но не пока. Кому знаете, как все это я буду делать? Фонтанчик. Еще синего надо вложить. И такой вот кусок синего. Я не знаю, что это.
будущем пригодится. Вставляем дальше на фонтанчик. Вот, и еще последний ряд струн делаем. Так, повыше, повыше, повыше. Первый день. Ну как-то так. В принципе, неплохо. Теперь делаем корону. Очень такой мягкий, даже сразу голубой очень был мягкий. Вот я на что, либо у меня руки теплые. Да, это не было не так и нет. И теперь делаем треугольнички. Ну, в принципе, это достаточно. Вот такой вот у нас кир. Давайте сделаем следующую фигурку. Следующая я, как я сказала, буду делать фигурку. Я очень хочу. Так, теперь ты можешь наверное фигурку. Такого как ты бы мультяшный, наверное. Теперь делаем щупальцу с другой стороны.
подписывайтесь на хвостик, если вы, или на пальчик, если вы не подпишетесь на мой канал. Уж смотрите мне, не подписаться. А колокольчик надо, чтобы вам приходили уведомления об моих новых видео. Вы ни одного не пропустите видео, и будете их мои видео смотреть самыми первыми. Следующий цвет. Следующая щупальца. Другая щупальца, не отдыхай. Смотри, уж на мне. Щупальца маленькая. Слишком дальше. Я переделаю щупальца. Щупальца маленькая. Здесь делаем ее, шпукочек. Потом у меня спине вот такие сломалось. Ленивые шпукочки. Ленивые. Ленивые. Делаем кита. Потом я делаю кита. Это у нас еще одна щупальца, будем делать глазки. Напишите в комментариях, если что-то у героев моих забыла что-то переделать важное или не важное. Ну, напишите в комментариях. Я усвою, что я забыла. Например, если я забыла где-то мозг. В общем, теперь я буду делать ему крабика какого-то в глаза. У нас такой мальчик. Теперь делаем глаза. А глаза я буду теперь черно делать, а не белый, черный. Вот так как у нас получается. Сейчас я буду замерять белого цвета. Цвет цветочек аленький. Я повторяюсь, там я сделала черное дело, сейчас я тоже черное дело. Перепутала, ну уже ладно. В принципе, можно белое черное переделать. Ну, пусть будет пока. Так, потом можно переделать. И теперь делаю красный. Теперь я делаю белый улыбчатый рот, а не красный. Так, вот я делаю так. В принципе, можно еще одну фигурку. Давайте делаем звездочку. А звездочку я буду делать волшебную, не простую. Берем первый кусочек. Это будет последняя фигурка. Вот так, вот так и вот так. Делаем. Следующий будет цвет желтый, красный. То есть... Я сейчас делаю вот эту цветную точку. Все цвета нашего плавающего пластилина. Сейчас я делаю белую щупальцу, ладно, вот так, как шляпку делать. Вот я делала красный, в принципе. Белый будет посередине, это уже блок. Боковая будет. Следующий черный. Черный будет, у меня хочу. Черный у меня будет посередине. Желтый, нам придется какой-то цвет и повторить. Ну, повторить.
Хотя и синий, но его очень мало. Тогда бы было плавно, конечно. Не надо было только это мастерство. Вот, у нас вот, да, вот так получается. Следующий цвет будет у нас зеленый. И какой-то цвет мне кажется. А в принципе можно не повторять. Я могу сделать цветы. Я могу сделать как звездочку не такую. Чтобы не повторяла, конечно, такую звездочку. Да? А если у вас есть еще цвета плавающего пластилина, если у вас синяя точка, то можете сделать следующую щупальцу. Еще одну щупальцу сделать. Но я ее. Ой, не щупальца. Как бы вот эту штучку еще одна. Вот так у меня нет, и до этого я буду делать все такое дело. Так я делаю. И соединю. Вот так. И мне нужен будет сейчас черный. Вы можете сделать по-другому, то есть можете синий серединку, это я просто хочу черным серединку делать. Ну, в принципе, неплохо. Вот такая вот звездочка, или вот так, но лучше вот так. Но тебе нравится? Крабик, королева, кита или король, или без разницы. И звездочка, пишите в комментариях. Мне больше всего нравится мой кит. И будем демонстрировать. Пошлите. Вот я пришла в ванну, набрала воды, и мы сейчас будем демонстрировать, а правда ли наши игрушки морские не тонут. Первый пойдет у нас кит. Королева или король? Вы решите. Не тонет, не хочет тонуть. Правда, кит не хочет тонуть. Да. Ну то давай. Куда поплавал? Ладно, кит пусть плавает себе по ванной. А следующую я запущу звездочку. Как комета. Ну, звездочка тоже не поддается. Кит, будешь звездочкой играть? Ну, играй. Следующий у нас пойдет крабик. Крабик как катапульта. Влетел в воду и тоже не поддается. Теперь они будут втроем здесь играть, плавать, жать. Меня, моего младшего брата, когда мы будем приходить и с ними плавать. В общем, классный пластилин. Ставь лайк. Лайки. И подписывайтесь на мой канал. Вы увидите еще много интересных видео. Всем пока.